Около 10 тысяч выездов сделали в этом году врачи скорой помощи Югорска. В специальных автомобилях медики и спасают жизни, и доставляют пациентов для отправки санавиации. Теперь транспортный парк пополнился еще одной машиной, укомплектованной всем необходимым. Также в больнице обновляют материально-техническую базу. Так, в отделение реанимации и анестезиологии поступили транспортные аппараты ИВЛ экспертного класса. Они проводят кислородную терапию с высокой скоростью потока, подходят всем, от младенцев до взрослых. А значит, обеспечивают комфортную перевозку пациентов, сообщает департамент здравоохранения Югры.